Сегодня в новом здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте открыли информационный центр для читателей. Пространство объединяет сразу несколько функций. На площади в 350 квадратных метров дежурят сотрудники библиотеки. Тем, кто пришел впервые, они помогают выбрать нужный зал. Навигацией по каталогам занимаются профессиональные библиографы. С их помощью можно найти необходимую литературу, оформить электронный заказ книги и получить рекомендации по работе с источниками. Центр оборудован компьютерами, уютными рабочими местами. Есть площадка для проведения лекций. Мы еще не успели открыться, а уже читатели сидели, работали в компьютерах и так далее. Причем мы продумали все. Можно подключиться к электрической сети, зарядить телефон, подключить ноутбук. То есть все для удобства читателя. Открытие информационного центра для читателей приурочили ко дню рождения Российской национальной библиотеки 14 января. Ей исполнилось 209 лет.